Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Як завжди, вже добра традиція. Парламентський дайджест по понеділках. Обговорюємо головні події, що коїлися навколо парламенту нашого з депутатом Одеської районної ради, юристом Владою Рибалко. Пані Ладо, вітаю. Здравствуйте. Отже, на що про що хотілося б почати і чому присвятити більшу частину нашої розмови? На минулому тижні одного з парламентарів нарешті та офіційно покарали за кнопкодавство. Вже багато років говориться про те, що ніякого кнопкодавства, і, зокрема, і обраний президент Зеленський також говорив, що і в команді не буде таких людей, потім вони з'явились, і взагалі потрібно голосувати завжди за себе, а не за себе і того хлопця. Як прокоментуємо це, ну, можливо, історичне рішення, а можливо, так накажуть одного, покарають одного і забудемо про це. Вы совершенно правы насчет того, что это у нас уже закоренелое явление, с которым каждый, кто приходит, вроде как борется. У нас этот термин знаком нам еще с 2000-х годов, и не только кнопкодавство, и рояльное голосование, пианизм так называемый, по-разному его называют. А сейчас мы действительно стали свидетелями объявления первого подозрения. То есть это ведь не секрет, что кнопкодавство у нас известно уже очень давно, и оно фиксировалось не единожды. Но первый раз, когда депутату именно предъявили подозрение, так далеко правоохранительная система не заходила еще ни разу. То есть у нас с января 2020 года, с 16 января прошлого года у нас заработал закон, вступил в силу, который обеспечивает личное голосование на пленарных заседаниях каждого народного депутата. То есть это деяние теперь официальное нарушение. Оно уголовно наказуемое, предусмотрено в Уголовном кодексе, это 364.2 статья, и предусматривает штраф до 85 тысяч гривен. И как любое другое преступление, у нас точно такой же процесс. Собирается доказательная база, сначала формируется подозрение, далее готовится обвинительный акт, который поступает в суд, идет в суд, и необходимо доказать вину парламентария. То есть в статье Уголовного кодекса даже предусмотрена форма вины в форме умысла. Это как раз-таки умышленное голосование за того хлопца. Вот. И в случае, если суд выносит судебное решение в виде обвинительного приговора, статья 81 Конституции четко нам дает понять, что это автоматически лишает мандата этого народного депутата, это основание досрочного прекращения его полномочий. И вот сейчас мы пришли к тому, что процесс пошел в отношении одного единственного случая. Сейчас офис генпрокурора нам не сообщает официально имени по поводу какого депутата. Сообщает лишь то, что у следствия есть определенные данные. Вот 11 февраля буквально его вызвали для дачи ему объявления подозрения, он не явился. Поэтому письменные отправили на аппарат, на его домашний адрес, на электронную почту. Сейчас следствие возложено на Главное бюро расследований. Сейчас готовится обвинительный акт, он скоро уже должен попасть в суд. Будет очень интересно понаблюдать за этим. И есть действительно предположение, по поводу какого депутата сейчас ведется это дело. В основном говорят, что это в отношении народного депутата Поляка, Владислава Поляка. Это мажоритарщик из Закарпатья, он входит в депутатскую группу доверия. И был случай, почему как раз его предполагают, 21 февраля 2020 года он действительно несколько раз применил персональную карту чужую, коллеги, и голосовал за несколько поправок по поводу закона о рынке земли. И тогда еще в тот же день в отношении него открыли уголовное производство, сведения внесли в ЕРДР. Поэтому следствие говорит, что также это имеет отношение к законопроекту о рынке земли, поэтому думают, что этот депутат. На самом деле в отношении и других также открывали уголовное производство, например, в отношении народного депутата Иванчука, который также входит в группу доверия. Это такая депутатская группа интересная. Он также голосовал несколько раз, о нем внесли сведения. И, кстати говоря, это было в ноябре 2020 года. И общественное движение «Честно» тогда статистику привело, что на тот момент, в ноябре, это был уже 51-й зафиксированный случай. То есть, в общем-то, это довольно-таки массовое явление, а подозрение первое мы видим только сейчас, спустя год, как тот закон вступил в силу. В общем, интересно очень будет понаблюдать, станет ли это действительно прецедентом и такой уже практикой, которая будет широко применяться. К слову, господин Разумков буквально на днях заявил, что в Верховной Раде, в зале заседаний, побольше станет камер наблюдения, дабы таким образом бороться со случаем кнопкодавства. До речи, а что может стать причиной для того, чтобы
справу про кнопкодавство розглядала саме на такому рівні. Як приклад, це може бути там робота фотокора чи знімальної групи, яка займає місце на балконі парламентському і шукає якісь там смажені факти. Ну, не без цього. І вчусь там камеру чи вчись фотопристрій, потрапляє ця інформація. Вона може бути докладена, чи може бути таким першим кроком там, до розслідування? Конечно. Это в том числе будет являться доказательной базой. То есть те СМИ, которые присутствуют в зале заседаний, на пленарных заседаниях, аккредитованные СМИ, которые имеют право, естественно, снимать, непрерывная прямая трансляция ведется во время всех заседаний. И, конечно, факт фиксации нарушения – это первый звоночек, когда у нас подается такое заявление. Да, вот есть факт, мы его зафиксировали, просим открыть уголовное производство. И далее, как я уже сказала, это будет точно такая же процедура, как с любым другим преступлением, поскольку это преступление. Небольшой тяжести, естественно, но оно потом, если выльется в обвинительный акт, тянет за собой сложение депутатских полномочий. И, конечно, впервые мы увидим, как можно будет это в суде доказать. Доказать, что это, во-первых, умышленное голосование за товарища, что это не была какая-то техническая ошибка, сбой, возможно, депутат чужую карту принял за свою или перепутал место. И в том числе увеличение количества камер в зале заседаний будут этому способствовать. Я считаю, что эта практика безусловно, оправдано привлечение к ответственности за кнопкодавство, потому что народ, ведь наше население избирает довольно небольшое количество по-настоящему избранных людей, которые единственные могут принимать законы, единственный законодательный орган. И вполне логично, что каждый должен иметь голову на плечах и нести ответственность за свой голос, персонально отвечать за него. И, к примеру, даже в 2003 году еще ЕСПЧ в деле Волков против Украины признал, что нарушение процедуры голосования в Верховной Раде является нарушением европейских правовых норм. То есть это, в общем-то, выходит на такой международный уровень. И многие государства довольно-таки используют такую практику. Возможно, мы возьмем что-нибудь, переймем с их опыта, поскольку, например, та же Польша, там Литва, Словакия, у них зафиксированный случай кнопкодавства сразу без суда и следствия тянет сложение мандата. Например, в той же Польше лет 10 назад это равнялось к мошенничеству, даже могло повлечь лишение свободы. Довольно-таки тяжкое деяние. А в Шотландии, например, вообще интересно, у них на персональных картах каждого народного депутата практически выгравировано, что передача и неправомерное использование этой карты тянет уголовную ответственность. И поэтому там, конечно, очень осторожно к этому относятся. У нас же только год как официально криминализировано деяние. Сколько вот случаев было зафиксировано на ноябрь 20-го, 51 случай. Подозрения мы получаем только вот практически ровно через год. Ну, интересно, конечно, будет ли это прецедентом. И многие партии, ведь когда пришли на последних выборах к власти, в том числе и президентская, партия «Голос» очень часто и громко об этом говорила, что вот мы будем блюсти порядок, личная ответственность. Очень интересно будет понаблюдать. Ну, помнитаем осень 2019 року, коли вперше там президент и керівництво правлячої партії присоромило своїх однопартійців публічно. Тоді було виправдання, що ми, мовляв, працюємо в турборежимі, і іноді голосуємо і за партнера, потрібно все дуже швидко приймати. Потім було публічне вибачення. Дуже така цікава ситуація. Ми пожертвували свої зарплати на благодійність. Така цікава ситуація була взагалі. Але хотів би також поставити питання щодо того, чи можуть такі норми, ну, з умовностями працювати на місцевих радах. Так, ці люди не приймають закони, але вони приймають важливі рішення з урахуванням того, що ну, все ж таки більше повноваження будуть і для обласних, для міських, районних рад рано чи пізно. Це важливе рішення. І коли хтось там не проголосував, там, а голосує його там товариш по партії, це не дуже чесно. Я рік потому пригадав ситуацію в обласній раді. З однією з крупних партій була ситуація, я поставив питання відомому депутату, не буду прізвище називати. Я говорю, кажу, що всі камери, всі оператори бачили, що ваш приятель, колега голосував там за вас. Він каже, ми домовились, що він підтримає, я віддав свій голос, свою картку, тому що мені потрібно було там вийти по справах.
Ну так, панове, ми можемо і про депутатів Верховної Ради так казати. Твачцерські правила повинні бути одні для всіх. Субъективно, моя думка, що юристи кажуть. От якщо взяти норму Уголовного кодексу, 364.2 стаття предусматривает спеціального суб'єкта. Там вона касається тільки народного депутата. І відповідальності підлежить тільки цей суб'єкт. Тобто, я, кстати, задавалась таким вопросом, почему на местном уровне такого нет. Правда, в некоторых регламентах, в которых местные советы могут вообще себе прописывать, какие хотят правила, чтобы они не противоречили закону, предусматривается, например, право передачи голоса. Если человек зарегистрировался, но по какой-то причине уважительной должен покинуть зал в середине там, заседания, то он может делегировать голос. В некоторых регламентах такое действительно есть, не во всех. Оно, во-первых, действительно, они принимают решения, возможно, естественно, не законодательного характера, но это бюджетные вопросы, кадровые вопросы, которые для громады имеют большое значение. Но при этом, естественно, их общественная важность, она не может сравниться с законами, которыми являются не индивидуальными актами, а общеобязательными, распространяются на всех. Вот, поэтому в связи с этим как раз-таки не криминализируется до сих пор, и админ ответственности нет за голосование там, за коллегу. Это больше подлягает не певному покаранию, а громадскому осуду. Да, то есть мы только в моральном плане можем это пока что осудить. Действительно нет ответственности за это, это только громадский осуд. Вот, на, как мы видим, самом высшем уровне. Это вроде как так всегда обсуждалось, но, как мы видим, пришли мы только в 2021 году к первому подозрению, о котором мы так сейчас говорим. Хотя на самом деле это же довольно просто. Есть фиксация в виде видеозаписи, что там можно не понять, подделать и так далее. Почему только первое подозрение сейчас, когда случаев, наверное, больше сотни уже, непонятно. На местном уровне, мне кажется, это довольно-таки массовая вещь также. И, наверное, в каждом регионе набралось бы таких сотни и, возможно, тысячи случаев, в пределах даже там десятки, в пределах одной сессии. Ну, они могут спасти себя, вот, подстраховать регламентными нормами. Регламент Верховной Рады — это закон, закон о регламенте. Другой немножко, другой характер этого акта. Там такого нет, такого не предусмотрено. И есть уголовная ответственность. Поскольку нет ответственности здесь, оно не уголовно наказуемо, то ждать пока что не приходится каких-то мер, как можно предупредить или там предотвратить такие случаи. Чисто осуждение и, возможно, как раз-таки какие-то нормы в кодексе об админнарушениях будут введены по поводу голосования уже депутатов местных уровней. Но пока такого не обсуждается. Мы живем в 21-му столітті, технологии, вони вже минулорічні застарілі. Я про це кажу, що можна картку народного депутата якось облаштувати якимось там Face ID, ну, мінімальне. Ну, я не кажу там про відбитки пальців, хоча це може бути там простіше, ніж там той же Face ID. Є персональна картка, не зміг депутат залишити місце відпочинку, там, лікарняне, ну таке буває. Але це ж твоя робота, на відміну від депутата місцевої ради. Ти за це отримуєш, ну, які-ніякі гроші. Не зміг підтримати, закон не набрав потрібної кількості голосів. Ну, таке буває. Таке буває. Ну, тоді потрібно вже переписувати закони, делегування і таке інше. І, к слову, різниці, к примеру, да, ті ж нардепи, вони отримують державну зарплату в определеному об'ємі, а депутати місцевого рівня роблять свою роботу на общественних началах. І, як би, їм, можливо, ну, це один із тих моментів, на які ссилаються, що вони ж, як би, не на зарплаті, вони общественники, у них у кожного своя робота, і тому відповідальність у них не може, звісно, рівнятися к відповідальності народних депутатів. Хоча, мені кажется, такі норми не за горами. Вот мы уже прецедент создаем, понаблюдаем, будет ли какой-то исход у этого дела, или оно замнется все, потому что тогда все очень насторожатся и будут следить за своими представителями своих фракций. Вот, будет интересно. Еще хотелось бы звернуть увагу на активность гаранта Конституции, главы державы за останній тиждень. Ну, зараз він, сподіваємося, відряджені в Арабських Еміратах. Але минулого тижня кілька важливих повідомлень з Офісу Президента теж пролунало. Да, дійсно. Одним из, наверное, таких самых громких его заявлений, касаемо судебной системы, это буквально было недавнее заявление. Президент анонсировал подачу сразу трех законопроектов, буквально готовящихся вот на этот понедельник, 15 февраля, касаемо так называемого урезания полномочий окружного админсуда города Киева.
Изначально это звучит немного странно, когда мы говорим о таком урезании, таком ситуативном, да, потому что такие законопроекты его вызваны не какой-то необходимостью реформирования, не реформистскими настроениями, не касаемо вообще судебной системы в принципе, а касаемо единственного одного суда. О чем идет речь? Мы все знаем окружной админсуд города Киева по его последним решениям, довольно резонансным. Не так давно этот суд отменил новые правила украинского правописания, нашумевший иск подан по инициативе семиклассницы из города Херсона. Совсем недавнее решение по возвращению прежнего названия одному из проспектов в городе Киеве. То есть решения, которые были восприняты в обществе неоднозначно, и они стали как раз-таки предпосылками к тому, чтобы президент действительно прокомментировал это и даже поучаствовал в законотворчестве. Пока что этих законопроектов мы не видим, они не зарегистрированы, поэтому официального текста, чтобы с ним ознакомиться, у нас нет. Но анонсировали и примерно расписали предварительно, о чем они будут. Первый законопроект в чем заключается? В том, что из исключительной подсудности этого суда будут изъяты определенные полномочия по рассмотрению определенной категории споров. Что мы имеем сейчас? Админсуд окружной города Киева занимается публично-правовыми спорами. Это споры, которых одна из сторон — это орган государственной власти, местного самоуправления, должностное лицо, у которого есть властные полномочия, управленческие функции, и там оспариваются определенные решения этих органов должностных лиц. Но теперь, если этот законопроект будет действительно подан, принят, часть публично-правовых споров, в которых одна сторона орган, должностное лицо, и будут оспариваться решения, которые имеют влияние на всю страну, как там вот говорится, да, во всех анонсах, эти споры изымут из их подсудности и отдадут в подсудность Верховного суда Украины. А апеллировать к этим решениям, апелляцию подавать, можно будет уже в Большую палату того же Верховного суда. По другим анонсам, как мы находим в средствах массовой информации, из подсудности этого суда будут изъяты споры по наиболее резонансным. То есть наиболее резонансные общественные дела будут передаваться в Верховный суд, и здесь напрашивается вопрос сразу же, кто будет определять критерий большего или меньшего общественного резонанса, что более однозначное, что менее, и как передавать тот или иной суд. Это первое. И во-вторых, естественно, напрашивается вопрос наверняка у всех юристов. Окружной админсуд города Киева — это не истина в последней инстанции. Такой же суд, как и другие, решение которого можно оспорить. То есть у вас есть определенное недовольство, несогласие решением. Пожалуйста, вы в правовом поле имеете целый законный механизм. Вы свое несогласие оформляете в виде апелляционной жалобы. Идете в 6-й апелляционный суд города Киева, подаете апелляцию и ждете, пока именно этот суд определит, обосновано ваше несогласие или нет, и примет другое возможное решение или нет. То есть есть же процедура, как обжаловать. Разве это выход просто взять суд, решения которого определенные, пришлись не по вкусу, и принять целый ряд законодательных актов, чтобы его в этих полномочиях урезать? Тем более, как господин президент озвучивает, что некоторые решения некоторых судей этого суда ими недовольны некоторые граждане Украины. Это очень интересно. Если, допустим, некоторые судьи вызывают сомнения в своей добропорядочности, для этого, опять же, тоже есть механизм. У нас есть всем известный орган Высшая рада правосудия, Высшее правосудие. Этот совет является коллегиальным органом, который может открыть дисциплинарное производство, провести его, может отстранить того или иного судью от осуществления правосудия спокойно. Тот же судья, он может быть фигурантом в любом уголовном деле, и если будет принят какой-то обвинительный приговор в его отношении, это также основание для того, чтобы его лишить полномочий, лишить места судьи. Механизмы есть, какие вам еще нужны? Это по первому. По второму, третьему законопроекту они гласят, там, касается как раз-таки Высшей Рады правосудия. Например, они вводят админ-ответственность для судьи, которые не предоставляют информацию на запрос дисциплинарного инспектора. Ну, то есть такие более мелкие вещи, но основное, конечно, заключается именно в первом. И офис президента сейчас действительно очень так яро комментирует вот эти анонсы и говорит о том, что именно эти
законопроект и их принятие вернут украинцам чувство справедливости в нашей системе правосудия. И это очень странно, потому что именно сейчас, именно эти вернут нам чувство защищенности и уверенности в судебной системе. То есть не тогда, когда суды у нас отпускают на поруки или под личные обязательства откровенных преступников только потому, что в зал заседаний приходят агрессивно настроенные их друзья. Не тогда, когда их отпускают, если у преступника откровенного есть просто чемодан каких-то регалий, заслуг, и он всех оправдывает. То есть эти решения хороши, но есть определенная категория решений, которые не хороши и которые определенные группы населения могут не устраивать. И под них президент, в принципе, рисует законопроекты. На мой взгляд, это немного абсурд, потому что есть судебная ветвь власти, в которых также есть иерархия судов, есть институт президентства, который стоит отдельно. И явно из-за каких-то неудовлетворительных, на их взгляд, решений нельзя переписывать, тем более действовать настолько индивидуально. Есть рычаги влияния на каждого судью, есть какие-то механизмы проверки, механизмы оспаривания. Пожалуйста, используйте. Вот. Это во-первых. А во-вторых, ну, действительно такой сердечный порыв президента поучаствовать в реформировании судебной системы вызван, естественно, последними скандальными решениями. Но при этом никто не отменял положение закона о судоустройстве в статусе судей, который гласит, что судья является независимым от любого давления, влияния и вмешательства. И ни один нормативный правовой акт, который принимается, не может содержать в себе сужение гарантии независимости судьи. А независимость гарантируется и судейским иммунитетом, и неприкосновенностью, и особым порядком наделения полномочий, и там лишение должности. Есть очень много различных моментов, которые обуславливают эту неприкосновенность. Но она у нас только законодательно, наверное, определена, а по факту мы ее не видим. Потому что только не так давно президент оказал тотальное неуважение, продемонстрировал к Конституционному суду. Это, конечно, в правовом государстве это полный нонсенс. Далее демонстрируют неуважение к закону тому же, к огромной части населения, чего стоит только закрытие каналов без суда и следствия. И это оправдывают высокополитичностью его решения. Теперь это неуважение к суду общей юрисдикции в правовом государстве. Когда какие-то решения не понравились, вот у нас уже есть пару законопроектиков, мы сейчас у вас заберем эти полномочия. И вот вообще, как звучит эта фраза? Урезать полномочия определенного суда. Что это значит? То есть в Верховном суде судьи намного более квалифицированные, они там намного более честные, чем в этом суде. А эти судьи, они продолжат работать, просто вы у них забираете часть споров, передаете в другой, но так они же так и остались, на ваш взгляд, нечестными, да? То есть логика вообще нарушена всех этих действий, ну и почитать официальный текст пока не представляется возможным. Будем стежити за ситуацією навколо ймовірних законопроектів і взагалі за роботою депутатів Верховної Ради. Бажаємо їм продуктивності і того, щоб вони не забували про народ України. Дякую вам, пані Ладо, за роз'яснення цікавих подій, що мають місце в нашій столиці. Успіхів вам. Дякую. Залишайтеся на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.